Да, они взрослые, все. Гуляли, были в этом парке, не понравилась нам обстановка, узнали, что проводится сегодня такой субботник, и решили помочь, прийти своими силами, позагребать, поубирать, пособирать мусор, чтобы, ну, просто, когда проходишь и видишь, что творится вокруг, то, ну, не очень, сердце аж рвется из-за того, что происходит у нас такое в городе. Обратились жители близлежащих домов о том, что здесь грязно, не убрано. Связался как депутат с департаментом ЖКХ, с Ленинской администрацией, с нашим предприятием «Зеленгосп». И мы решили совместными усилиями сегодня начать наводить порядок в этом сквере. Сквер большой, за один день сегодня у нас не получится сделать, но начало положено. Сюда выйдет техника на днях, где будут убраны уже мелкая поросль, которая существует, которую надо убирать. И потихоньку наведем порядок в сквере. Здесь одним субботником или просто одной вылазкой ничего не получится. Здесь надо системная, нормальная работа по этому скверу, вот, когда он уже будет на балансе у департамента ЖКХ, и постоянно надо его поддерживать. Его надо проредить, надо всю эту так называемую зеленку полностью вырезать, надо привести его в идеальное состояние, вычистить, дать зеленым насаждениям вторую уже цивилизованную жизнь, так как это должно в цивилизованном городе. Я считаю, что ну, если мы участвуем, то кто-то проходит, смотрит, что молодые люди, такие как мы, молодежь, не безразлично. И кто-то присоединится тоже на следующую акцию. Кто-то может уже не будет выбрасывать, потому что посмотрит, что убирают все-таки, и не будет выбрасывать мусор вот так вот в парке.